движение троллейбусов от Шмидта до Октябрьской сегодня приостановлено. Это связано с проведением работ по асфальтированию Минской. Пассажирам нужно заранее планировать свой маршрут. Сегодня в Бобруйске пройдет концертная программа «Наследие», посвященная 76-летию победы в Великой Отечественной войне. На главной сцене города выступят Руслана Лихно и ансамбль песни и танца Вооруженных сил Беларуси. Начало в 18:00. Экспозиция работ юных художников Беларуси и России пройдет в Театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича. Ее организовала детско-юношеская студия «Радуга». Открытие состоится 8 мая в 17 часов в холле. А в 6 вечера на малой сцене начнется праздничный концерт «День памяти», посвященный Дню Победы. Посетить выставку можно будет до 30 июня. МАЗ передал столице и областным городам 10 электробусов. Машины покрашены в фирменные цвета перевозчиков. Желтый для Минска, зеленый для регионов. Для пассажиров просторный салон, кондиционер и USB-порт. Такой транспорт заряжается ночью. Необходимо 6 часов. Запас хода до 300 километров. Канада разрешила использование вакцины Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15. Это первая страна, которая допустила использование препарата для несовершеннолетних. Ранее государство приняло решение вакцинировать население от 16 лет.